что, переходим к следующей посылочке. Следующая посылка у нас. Я понял, что это. Это у нас мини-сверло. То есть это вот такой небольшой наборчик. И в нем у нас идут мини-сверла. Здесь вот 10 штучек. Смотрите, какие они маленькие. Что иногда нужно просверлить очень тоненькое маленькое отверстие. Давайте посмотрим, возьмет ли наш. Штангель-циркуль 1,2 миллиметра. С виду кажется наоборот. Еще давайте дальше посмотрим. Какой самый маленький? Одно из маленьких. 0,8. Даже 0,7. Пять миллиметра. 1,1. То есть вот такой вот наборчик. Я надеюсь, он мне все-таки сослужит верой и правдой. Аккуратненько пока в стороночку так вот положу. Потому что у меня был еще заказан патрончик под это все. А вот и он. То есть когда большой патрон не влазит здесь шуруповерт. Смотрите. От 0,8, есть написано. Попробуем большой затянуть. Ну это да, держит. Но чтобы не мудохаться с таким, для этого у нас есть маленький вот такой зажимной патрончик. Вот так вот это выглядит. То есть он имеет обычный шестигранник под обычную биту. И для маленьких работ он очень хорошо подойдет. Давайте попробуем маленькое поставить. Да, вот как раз подошло маленькое сверлышко маленькому патрончику.